Это спальный район, называется Салтовка. Пропускаем скорую, конечно же. Еще утро, суббота. Машин не очень много, но уже есть, потому что этот район примыкает к нашему огромному рынку Барабашова, и, конечно же, людей много едут на рынок. Проехала очень неприятную ситуацию, не стала снимать. Уже есть пострадавший. Видимо, пожилого мужчину ударила машина. Слава богу, он жив. Сидит на обочине. Собрались люди. Стоит машина. Виновница этого происшествия. Не дай бог, конечно. Но, к сожалению, такие моменты случаются. У кого-то день начался с неприятностей. Вас, дорогие мои, пусть минет. Пусть минут все неприятности, пусть все будет хорошо. Начнем. Начнем вот с этой водолазки, с этого бадлона. Приятного очень цвета айвори. В составе здесь 50% шерсти, 50% акрила. Очень приятный на ощупь, в отличном состоянии. Водолазочки такого цвета мне лично попадаются крайне редко. Конечно, поэтому я ее купила для своего магазинчика Instagram. И позже вы ее там увидите, если кому-то она понравилась. Следующий пуловер, 100% шерсть, вот такой красавчик, цвета молочного шоколада. Окрас не совсем гладкий, он слегка меланжевый, основной фон. И вот такие вот ромбы Аргайл, которые, конечно же, освежают очень эти вещи. И мне этот рисунок очень нравится. Поэтому я с удовольствием его тоже купила. Он в отличном состоянии, без дефектов. Без зацепок, без катышек. Вот такой красивый пуловер. Следующая вещь – это вот такой вот фиолетовый бадлон с коротким рукавом. В составе 100% шелк. Очень хорошая вещица. Я долго крутила, я долго его рассматривала. Но, к сожалению, мне пришлось оставить его в магазине, потому что по низу, по рукавчикам слегка этот цвет уже потерялся, и были такие светлые полосочки, не очень приятные, поэтому остался. Вот такое красивое платьице оливкового цвета, в красивые цветы, сочетание разных оттенков желтого, оранжевого, бордо. Это веселенькое платьице я купила для своей средней дочери, пока еще оно в примерке, 100% вискоза. Талия под резиночку, рукавчик под резиночку и верх на завязке. Очень хорошее платьице. Следующее платье вам показываю, просто взяла показать. Очень красивое, на коричневом фоне молочный горох, на запах, завязывается на поясочек. Все бы ничего, если бы не состав 100% полиэстер, причем полиэстер такой противненький, который бывает. Из обуви особо ничего интересного не было. Показываю вам вот такие вот шлепочки с декором из перьев. Они симпатичные, но совершенно некачественные и по материалу, и по изготовлению. Конечно же, я их не покупала, они остались в магазине. Долго ищу себе дорожную хорошую сумку. Вот такая сумка была. В этот раз она из нубука натурального, большая, неплохая по форме, но очень-очень тяжелая. И, конечно, она требовала немножечко ее подкрасить, освежать. Двойное дно на молнии, как вы видите. Но самое важное, что меня остановило к покупке, это то, что она очень тяжелая. Клетку в такую вот красивую подкладочка.
Ну, очень тяжелая сумка, вряд ли она будет комфортной. Вот такой вот Louis Vuitton. Давно не попадался мне фейковый Louis Vuitton. И интересная очень форма. Никогда такую я раньше не встречала. Сочетание классическое, желто-коричневое. Просто взяла посмотреть, покрутить и вам показать. Фурнитура вся брендирована, в общем, все как положено. Понравилась мне вот эта сумочка холщовая. Цветные вставки, это натуральная кожа, расписанная вручную, скорее всего. Голубой – это ткань. Есть карманчики, сумочка, скорее всего, новая, потому что вот эти вот хлястики на молниях еще были одеты в бумагу, в упаковочную. Контрастная вот такая вот подкладочка в горох. Но сумочка была выпачкана, и вот смутило меня очень на передней части пятно, которое, ну, такое было прям на ощупь ощутимое. Винтажный текстильный фосил. Просто взяла тоже покрутить, посмотреть. Немножечко обтрепались ручки, но это не было бы особой проблемой. Сама сумочка заношена, как вы видите. И привести ее в порядок, скорее всего, не получилось бы. Из ремней. Вот такой вот ремень из натуральной кожи с тиснением, с окрасом. Но не понравилась мне пряжка. Этот вам просто показываю. Из бисера, из бусин. Очевидно, что этот ремень винтажный. Все стразики были на месте. Ну, забрать я не стала, потому что вряд ли кто-то заинтересовался бы такой вещью. Очень неординарной. Мы уже с вами в следующем магазине. Здесь тоже новое поступление. И привлек мое внимание еще один вот такой Louis Vuitton. Мне повезло в этот день. Мне очень понравилась эта сумка. Если не обращать внимания на логотип, сумка очень интересная, хорошего качества, натуральная замша, натуральная кожа под страусиную, хотя, возможно, и страусиная. Но самый большой дефект был у этой сумки. Сломана пряжка, и она лежала в сумке, она развалилась на несколько частей. И, конечно же, застегивать эту сумку уже не представлялось возможным никак. Одна сторона на магните, вторая должна была быть украшена большой пряжкой. Такой фейк, очень, вот я показываю руку, где должна была быть пряжка, очень-очень приличный. Красивый цвет такой яркий, коралловый. Привлек мое внимание вот этот шопер. Мне издалека пока показалось, что он из натуральной кожи, но оказалось нет. Когда я его взяла вблизи и стала рассматривать и вам показывать, все это полиуретан разного качества, имитация кожи, нубука и меха. Это сумочка такая вот объемная, вот такими вот объемными какими-то защипами, тоже привлекла мое внимание, но она оказалась из полиуретана, поэтому я ее просто покрутила, посмотрела, и застежка у нее была как у саквояжа. Вот такая вот из натуральной кожи, красивого такого розово-кораллового цвета, по-моему, сумочка от Next. Ну, у нее вид уже был изрядно поношенный, поэтому сумочку эту тоже я не покупала. Простите, топ-шоп, вот я уже вижу на ярлычке, сумочка топ-шоп. Неплохая модель, но, увы. Сумка почтальонка, вот такой вот кроссбоди. Сумка явно мужская, но очень-очень потрепанная. Зашитая там вручную, вот я рассматриваю какие-то швы, какие-то нитки протянуты, ну, в общем, уже совсем не то. Шерстяной женский жакет из 100% шерсти, вот такая красивая клетка, он очень тонкий, он легкий,
И жакет этот я купила для своего магазина. У меня, кстати, уже очень большая коллекция жакетов. Я сделаю отдельное видео. И ближе к холодам я, конечно же, все это выложу в магазин. Прошлась немножечко по обуви. Просто показываю вот такие вот смешные туфельки из натуральной кожи. Вьетнамки из натуральной кожи, но тоже поношенные. Подошва не в порядке, истертая. Вот такие вот мокасины из тончайшего натурального нубука, очень симпатичные, но пятка тоже уже просевшая и, в общем-то, ничего такого достойного внимания моего и вашего тем более не нашлось. Все остальное это искусственные материалы, модельки неплохие, но качества, конечно же, нет. Кеды, тапочки, вот эти кроссовки текстильные, но очень-очень тяжелые. Вот такие нашла кеды от Пола Ральф Лорен, которые тоже уже свою жизнь отжили. Обуви не очень много, как вы видите, в этом магазине. Балеточки из натуральной кожи. Марк и Спенсер. Ну, давайте с вами прощаться. Всем пока-пока!